я встречался и с Никитой Сергеевичем Михалковым, я встречался с Валентином Юмашевым и с Татьяной Дьяченко. Мы говорили на эту тему. Наверное, есть вопросы, которые требуют как бы серьезного, ну, дополнительного, скажем, внимательного подхода к ним, связанного тем, прежде всего, с подачей информации о истории России, не только за новейшее время, начало перестройки там и сегодняшнего дня, но имеется в виду история в целом, по большому счету. И со мной коллеги согласились, что, наверное, есть необходимость какие-то вещи более точно подать, но в целом, вы знаете, я против чего? Против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы. Это все-таки должно... То, что дискуссия разворачивается, ничего здесь особенного нет. Это нормальное явление. Кому-то нравится, кто-то у нас придерживается, ну, более либеральных взглядов на происходящие события, на перспективы развития. Кто-то более консервативных, традиционных, таких вот... Кто-то считает себя... Ну, всегда же были почвенники и западники, да? Кто-то считает себя таким почвенником... Вот. Но в условиях, когда мы сейчас вспоминаем события 1917 года, и когда мы в следующем году будем отмечать столетие событий революционных 2017 года, мы должны вести дело к примирению, к сближению, а не к разрыву, не к нагнетанию страстей. Вот так бы я и ответил на ваш вопрос.